I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. События, которые привели к поимке одного из самых скандально известных каннибалов 20 века, развернулись тихой летней ночью 1981 года на западе Парижа, в крупном городском парке под названием Булонский лес. Когда-то эта территория принадлежала королям Франции и использовалась для охоты на мелкую дичь. Позже, при Наполеоне III, здесь был разбит настоящий парк с проложенными тропами, живописными аллеями и искусственными озерами. Утром сюда съезжалась городская знать, лениво прогуливались дамы и их кавалеры. А под покровом ночи в глубинах Булонского леса между любовниками заключались тайные браки. Флёр незаконной любви не покинул эти места и в 20 веке. Здесь расцвела проституция. После захода солнца в парке оказывались десятки уличных проституток в поисках клиентов. Однако мужчина, который собирался посетить Булонский лес в ту ночь 13 июня 1981 года, не искал интимных услуг. Поймав такси, этот человек направлялся сюда, чтобы осуществить одно очень важное для него дело. Как только его автомобиль остановился возле парка, он поспешно покинул салон и подошел к задней части машины, чтобы забрать свой багаж, состоявший из двух чемоданов. Поскольку мужчина был очень мал ростом и плохо сложен, этот груз доставил ему немало хлопот. Наконец, справившись с багажом, он заплатил таксисту и, покатив чемоданы за собой, уверенным шагом направился вглубь парка. Было тихо, и казалось, что кроме него в столь поздний час здесь нет ни души. Таинственный посетитель не догадывался, что издалека за ним наблюдали двое. Это была супружеская пара, которая шла рука об руку, наслаждаясь прогулкой в тишине. Странный человек, боровшийся с чемоданами и куда-то явно спешивший, вызвал у них интерес. И, держась поодаль, они наблюдали за его действиями. Хотя им не удалось рассмотреть его лицо, оба пришли к выводу, что он был азиатом. Пройдя еще несколько метров, мужчина неожиданно сошел с тропинки и, миновав ряд кустарников, стал спускаться к озеру. Он был в шаге от того, чтобы осуществить свой план и сбросить чемоданы в воду, но, обернувшись по сторонам, заметил свидетелей. Запаниковав, мужчина оставил чемоданы на месте и мгновенно скрылся в густой темноте. Заинтригованные супруги, которые с самого начала предчувствовали что-то неладное, подошли к оставленному багажу. Открыв один из чемоданов и заглянув внутрь, они оба съежились. Внутри находился обезображенный женский торс. Содрогнувшись от увиденного, муж и жена вызвали полицию, побоявшись даже притронуться ко второму чемодану, в котором приехавшие офицеры обнаружили конечности жертвы. Даже для опытных полицейских это зрелище оказалось очень тяжелым. В чемоданах находился не просто расчлененный труп женщины. Это были останки, которые зверски изуродовали. Обширная часть плоти, в особенности в области ног, ягодиц, бедер и груди, была срезана, кости оголены. На лице следы порезов, язык, губы и нос были практически полностью удалены. Позже судмедэксперты установили, что жертва скончалась до нанесения травм и при жизни не подвергалась пыткам или насилию. Она моментально погибла от единственного пулевого ранения, обнаруженного в области шеи. Личность женщины также была вскоре установлена. Это была 25-летняя студентка из Голландии Рене Хартевельд. К тому моменту, когда полиция оказалась в Булонском лесу, искать здесь того человека, который пытался избавиться от тела, было уже бессмысленно. Темнота позволила ему уйти. Однако показаний двух случайных свидетелей было достаточно для того, чтобы начать расследование с полной уверенностью, что преступник будет пойман. Полиции было известно, что за этим жестоким убийством стоит мужчина необычно низкого роста, азиат, который передвигался по городу на такси в ночь на 13 июня с двумя чемоданами. В таком большом городе, как Париж, проживало множество людей, соответствующих этому описанию, и поиски могли быть затруднены. Но оперативные проверки всех таксопарков быстро дали свои плоды. Уже через несколько дней полицейские вышли на след предполагаемого убийцы.
Один из таксистов, работавших в ту ночь, дал свои показания, которые полностью совпали с информацией, полученной от свидетелей. Кроме того, он указал точный адрес, откуда вез своего странного пассажира с чемоданами. Это был многоквартирный, но сравнительно небольшой дом на улице Эрлангер, 10. Он находился в одном из элитных районов города, неподалеку от Булонского леса. Во всем здании проживал лишь один человек восточного происхождения. Это был 32-летний японец по имени Исей Сагава, однокурсник убитой девушки. Когда полиция ворвалась в его дом, Исей бредил и повторял раз за разом: «Я убил ее, чтобы съесть». Отсутствующие части тела Рене хранились в его холодильнике и, по всей видимости, ждали своего часа. Он появился на свет 26 апреля 1949 года в Кобе, Япония. Роды его матери Томи начались преждевременно после случайного падения с лестницы, из-за чего Исей родился сильно недоношенным и невероятно крохотным ребенком. Из-за этого с самого детства Исея преследовали проблемы со здоровьем, и всю жизнь он страдал из-за своего отталкивающего неприглядного телосложения. Во взрослом возрасте его рост был чуть больше 140 сантиметров, а конечности были такими худыми, что к ним было даже страшно прикоснуться. Физическая слабость, хромота и, как следствие, неуверенность в себе привели к тому, что Исей рос закрытым и застенчивым ребенком, который полностью ушел в мир своих грез. Его особой страстью была литература, однако родители упустили тот момент, когда стоило бы обратить внимание на то, что Исей стал зачитываться мрачными произведениями о людоедах и злодеях. Его любимым произведением была сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель», в которой старуха-ведьма заманивала в свой дом детей, чтобы их съесть. Испытывая страх и любопытство, Исей мог не спать целую ночь. В это время он думал о сюжете книги и в деталях представлял, каково было бы стать ужином злобного монстра, испытывая от этого сильное возбуждение. Еще более ужасающим фактом является то, что мысли о человеческой плоти начали преследовать ребенка гораздо раньше, еще до того, как он научился читать. В одном из интервью Исей Сагава с улыбкой вспоминал, как во время традиционных японских праздников его дядя Мицуо переодевался в великана и в игровой форме преследовал детей, притворяясь, будто хочет их съесть. Маленький Исей и его брат с визгом метались по дому от грозного людоеда. Их отцу, Акири Сагаве, игравшему роль рыцаря, предстояло дать отпор врагу, но, как ни странно, каждый раз дядя Мицуо побеждал его, после чего дети попадали в воображаемый котел, в котором их тушились приправами. Именно эта концовка приводила Исея в настоящий восторг. Но если в раннем возрасте это были лишь игры и сказки, в школьные годы фантазии Исея становились все более реалистичными. Однажды он увидел оголенное бедро одноклассника и подумал: «Как восхитительно и как аппетитно!» Впервые испытав желание попробовать человеческое мясо, Исей смутился и еще больше ушел в себя. По словам японского каннибала, он не был гомосексуалистом, и после этого случая его уже никогда не привлекало мужское тело. По мере взросления Исей становился сексуально одержим западными женщинами. Его будоражили мысли о высоких, светловолосых красавицах с привлекательными формами. Вместо сказок он стал читать классические романы, выискивая подробные описания внешности юных аристократок, которые сводили его с ума. Он часто смотрел на иллюстрации и представлял, как сначала ласкает героиню, после чего пробует на вкус ее бледно-сливочную кожу. Юный Исей понимал, что его специфические сексуальные фантазии не имели ни малейшего шанса на воплощение. В то же время растущая либидо не давала ему покоя. Позже он признался, что, будучи подростком, изнасиловал собственную собаку. И этот поступок еще больше усугубил положение Сагавы. Теперь в его жуткий мир проникли идеи открытого насилия. Больше всего ему нравилось воображать сцену, в которой он незаметно подкрадывался к своей жертве в ванной и начинал душить ее ремнем, пока та не переставала сопротивляться. В конце концов, Исей пришел к тому, что не мог возбудиться, если не мечтал об убийстве обнаженной женщины или если не думал о поедании человеческого мяса. Очевидно, это был один из тех немногочисленных периодов, когда он, наконец, осознал свои ужасные отклонения. Не имея возможности поделиться этой жуткой информацией с кем-то из близких, он позвонил в психиатрическую клинику. Психиатр, с которым он разговаривал, сообщил, что не может оказать никакую помощь по телефону, и парню нужно записаться на прием.
Сама мысль о том, что ему придется рассказывать о столь личном переживании другому человеку, сидя лицом к лицу, вызвала в Исее огромное смущение и тревогу. Он сдался сразу, выбрав простую альтернативу. Будь что будет. В течение следующих лет юноша продолжал беспечно жить в окружении ничего не подозревающих родственников. По утрам он ходил в школу, вечером увлеченно готовился к выпускным экзаменам. Но как только у Исея появлялась свободная минута, его разум начинал строить все более извращенные и чудовищные иллюзии. Вероятно, уже тогда Сагава понимал, что однажды все это станет реальностью. Окончив школу, Исей Сагава поступил в частный университет Вако в Токио, где специализировался на английской литературе. Усилия студента, которые тот вкладывал в учебу, никоим образом не ослабили его внутренних демонов. Когда Исею исполнилось 24 года, они впервые вырвались наружу. Находясь в Токио, Исей был увлечен одной немецкой женщиной. Он знал адрес ее дома и то, что в теплые ночи она оставляла свое окно полностью открытым. Преисполненный надежды попробовать человеческое мясо, Сагава решил действовать. Однако, как только он пробрался в дом, женщина проснулась и начала громко кричать от испуга. Оказав сопротивление, немка вызвала полицию, нападавшего задержали. Во время допроса Исей не раскрыл своих истинных намерений нападения, и ему было предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Но вслед за этим не последовало ни ареста, ни суда, ни какой-либо ограничительной меры. В дело сразу же вмешался отец Исея, Акира Сагава, президент крупной компании и очень влиятельный человек. Защищая сына и репутацию всей семьи, он выплатил жертве крупную денежную компенсацию и убедил ее забрать заявление. Хотя Исей остался на свободе, теперь он был вынужден более тщательно планировать свое следующее нападение и выжидать нового подходящего момента. Благодаря блистательным успехам в учебе в 1977 году Исей Сагава переехал в Париж и стал аспирантом престижного французского университета Сорбонна. Находясь в окружении юных студенток из Европы, одетых в короткие юбки и облегающие топы, 28-летний японец больше не мог ждать. Его жажда человеческой плоти преодолела все барьеры. Трагедии было не избежать. Сагава прожил в городе почти 2 года, когда, взяв в руки утреннюю газету, узнал печальную новость. Одна из его любимых актрис, американка Джин Сиберг, снимавшаяся во Франции, покончила с собой. Сообщалось, что ее обнаженное тело было найдено в машине, припаркованной неподалеку от дома, где как раз жил студент. Мысль о том, что раздетый труп красивой женщины был так близок к нему, вскружила Исею голову. Посчитав это знаком свыше, он решил попытаться снова. Его новый план заключался в том, чтобы заманить к себе домой самую легкодоступную добычу. «Почти каждую ночь я приводил домой проститутку, а затем пытался застрелить ее сзади, пока она мылась в душе. Я пробовал сотни раз, но по какой-то причине мои пальцы замирали, и я не мог нажать на курок», рассказывал Сагава годы спустя. «В то время мною руководило не только желание съесть человека, это была одержимость идеей. Я должен был совершить этот ритуал убийства. И все же по какой-то причине мне этого не удавалось. Вместо морали и прочего меня останавливал инстинкт. Где-то в глубине души я знал, что я и мир, в котором я живу, разлетится на куски, как только кто-то умрет от моих рук». Исей Сагава так и не сумел убить ни одну из этих девушек по вызову и на протяжении еще нескольких лет находился в постоянном напряжении. До тех пор, пока в мае 1981 года не познакомился с Рене Хартевельд. 25-летняя голландка Рене Хартевельд, так же, как и Исей Сагава, училась в Сорбонне и изучала литературу. На занятиях они пересекались не так часто, но для студента из Японии, очарованного красотой сокурсницы, каждая такая встреча была особенной. Однажды днем, возвращаясь домой на метро, он был очень рад увидеть в вагончике девушку, которая в последнее время постоянно находилась в его мыслях. Несмотря на свою застенчивость, он осмелился подсесть к ней и начать непринужденную беседу. Рене улыбнулась и поддержала разговор с неприглядным мужчиной, который, несмотря на внешние недостатки, казался ей довольно остроумным и эрудированным. Их первый диалог ограничился простым обсуждением учебы, но для Исея Сагавы это уже многое значило. Лед тронулся, и он стал думать о том, как сблизиться со студенткой. Поскольку его однокурсники не раз интересовались особенностями восточной культуры, Исей решил, что устроить вечеринку в традиционном японском стиле у себя дома
будет лучшим способом снискать ее расположение, не выдав при этом своих намерений. Пригласив целую толпу однокурсников на ужин, он усердно готовился к приему гостей. Однако в назначенное время Иссей сел за стол в полном одиночестве. Мужчина привык к тому, что люди считали его странным и не хотели с ним общаться. И он едва смог скрыть свое удивление, когда в дверь неожиданно позвонили. На пороге стояла Рене Хартвельд. Добрая и простая девушка решила поддержать инициативу человека, у которого, очевидно, совсем не было друзей. Безо всякого смущения она прошла в небольшую гостиную. Весь вечер Рене и Иссей провели наедине, беседуя о кулинарии, литературе и музыке. Сагава не был готов к тому, что студентка придет одна. Он не мог действовать прямо сейчас. Ему нужно было еще немного времени. Выразив притворную заинтересованность тем, что Рене блестяще владела немецким языком, Иссей робко предложил ей провести для него несколько платных уроков и вместе выполнить домашнее задание по переводу стихотворений. Хартвельд, не видя в застенчивом мужчине никакой угрозы, согласилась. Поблагодарив Иссея за еду, она встала из-за стола и направилась к выходу. До трагедии оставалось ровно 10 суток. 11 июня 1981 года девушка вновь оказалась в квартире сокурсника. Это был уже третий вечер, когда они вместе читали стихотворения немецких поэтов и подолгу их обсуждали. Два предыдущих занятия прошли спокойно, не считая того, что в одной из них Сагава уже попытался застрелить свою жертву, стоя за ее спиной. Но тогда пистолет дал осечку. Рене же не обратила внимания на этот странный глухой звук за спиной. И они, как ни в чем не бывало, продолжили занятия. На этот раз Иссей Сагава был полон решимости довести дело до конца. Его нервы были на пределе. Вновь подойдя к шкафу и достав пистолет, он прицелился в голову Рене, сидевшей за столом. В этот момент она увлеченно читала вслух, но вдруг ее голос оборвался. Пуля попала в шею. Девушка скончалась мгновенно. Иссей, стоявший позади и наблюдавший, как по полу растекается кровь, был в шоке от того, что он только что сделал. По его словам, на минуту он даже задумался о том, чтобы позвонить в скорую, но затем остановил себя. Внезапно его шок сменился сильным возбуждением. Сорвав с трупа одежду, он изнасиловал мертвую студентку, параллельно впиваясь в ее тело зубами. Не сумев прокусить кожу, Сагава взял в руки разделочный нож. «Первое, что я сделал, это разрезал ягодицу», — вспоминал Иссей. «Но независимо от того, насколько глубоко входил нож, все, что я видел, это жир, напоминавший по структуре кукурузу. Потребовалось некоторое время, чтобы дойти до плоти, и как только я увидел красное мясо, я оторвал кусок пальцами и бросил его в рот. Для меня это был поистине исторический момент». Медленно водя лезвием ножа, мужчина продолжил срезать плоть со ступней, бедер, гениталий, груди и шеи убитой. Сырое человеческое мясо напоминало ему по вкусу тунца и при этом не имело никакого запаха. Иссей не мог остановиться. Добравшись до лица, он срезал кончик носа, верхнюю и нижнюю губу, вырвал язык. Некоторые куски, которые плохо разжевывались, каннибал попытался приготовить на плите. Закончив эту чудовищную трапезу, Иссей Сагава предусмотрительно отправил оставшееся мясо в холодильник, обернув его полиэтиленом, и отправился спать. Изуродованное тело девушки осталось на полу, а когда в квартире появился запах разложения, Иссей перенес труп в ванну и включил холодную воду. Разрубая конечности и ломая суставы, преступник находился в странном состоянии. Он снова возбуждался и вместе с тем испытывал отвращение ко всему, что он сделал со своим единственным другом. Но обратного пути уже не было. От тела Рене Хартвельд предстояло избавиться. Поместив изрубленные останки в чемоданы, вечером 13 июня 1981 года Иссей Сагава вызвал такси и отправился в Булонский лес, собираясь скинуть багаж в озеро. Если бы ему это удалось, события после убийства могли бы развернуться совсем иначе. Но благодаря показаниям свидетелей и молниеносной реакции полиции, вскоре японский каннибал был арестован. Находясь под арестом, Иссей Сагава сразу же признался в содеянном, подробно описав все аспекты убийства и свои дальнейшие действия. Он мог говорить об этом без остановки и при этом утверждал, что теперь у него нет причин кого-либо убивать. Отец преступника, японский бизнесмен Акира Сагава, прилетел в Париж через несколько дней и сразу же нанял для сына лучшего адвоката.
И хотя исход дела, казалось, был предрешен, дальнейшие действия французской судебно-правовой системы вызвали нескончаемые вопросы у общественности. Около 2 лет семья погибшей Рене Хартевельд бессильно ждала того часа, когда убийце их дочери будет вынесен приговор. Но суд так и не состоялся, поскольку эссе Сагаво признали юридически невменяемым. Это решение озвучил судья Жан-Луи Брюгьер, заявив, что человек, убивший другого ради поедания его тела, не может быть психически здоровым. После этого преступник был переведен в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Специалисты, работавшие с Сагавой, утверждали, что он никогда не сможет избавиться от своих навязчивых идей. И они были совершенно правы. Во время пребывания в клинике Сагава продолжал смаковать свои воспоминания о том, что он сделал с телом убитой Рене, записывая каждое из них на бумаге. В конечном счете эти записи, полные жутких и непристойных подробностей, попали в руки предприимчивого писателя Инухико Ямоты и были изданы в Японии под заглавием «В тумане». Автобиографичный рассказ настоящего каннибала, написанный от первого лица, сразу же стал хитом продаж. Местные читатели и те, кто с самого начала следил за этим громким делом, окрестили эссе Сагаву культурным феноменом, а некогда неприметном мужчине стали говорить везде. Работники японских СМИ, уцепившись за горячий инфоповод, жаждали подробностей и отправляли в Париж бесчисленное количество репортеров. Французы, в свою очередь, упорно не понимали, почему извращенец и убийца привлекал к себе столько внимания. Чтобы избежать международного скандала и больше не иметь ничего общего с преступником, французские власти приняли единогласное решение об экстрадиции эссе Сагавы на родину. В 1985 году эссе вновь оказался в Токио и сразу же после перелета был доставлен в психиатрическое отделение больницы Мацудзава. Вопрос о его дальнейшей судьбе лег на плечи специалистов клиники. По результатам повторного обследования они пришли к выводу, что Сагава был абсолютно вменяем в момент совершения убийства. Его единственным мотивом были названы крайне извращенные сексуальные фантазии. После снятия статуса юридически невменяемого лица эссе Сагава должен был предстать перед судом. Вероятно, он получил бы внушительный тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения, если бы не одно обстоятельство. По неизвестной причине власти Франции, где в течение нескольких лет содержался преступник, отказались передавать необходимые судебные документы. Японцы же не могли завести уголовное дело, поскольку здесь эссе Сагаве не было предъявлено официальных обвинений. Фактически, он был обычным законопослушным гражданином своей страны. Так, спустя 5 лет после убийства, 12 августа 1986 года, эссе Сагава вновь оказался на свободе. Общественный интерес к личности безнаказанного каннибала не утихал в течение десятилетия. Сам же эссе Сагава продолжал пользоваться своей популярностью и успешно это капитализировал. В последующие годы он издал еще несколько успешных книг о своей жизни, а также стал создателем комиксов, в которых иллюстрировал сцены убийств и поедания людей. Кроме того, эссе снимался в кино, в том числе в порнографических фильмах, где кусал женщин, будто намереваясь повторить с ними все, что сделал с Рене Хартевельд. Вплоть до конца 1990-х годов эссе Сагава регулярно появлялся на теле- и радиошоу, давал интервью и принимал участие в провокационных фотосессиях для журналов. Он изображал сцену приема пищи, когда фотограф спросил его: «Вы любите готовить?» Эссе ответил заранее подготовленной шуткой: «Ну только в одном случае, вы понимаете», намекнув на свое темное прошлое. Его последняя работа была самой скандальной. Находясь на закате славы, эссе Сагава стал заниматься ресторанной критикой и писал обзоры на мясные блюда японских закусочных. Тогда и вплоть до конца своей жизни он не переставал сравнивать мясо животного происхождения с человеческим. Широко распространено мнение, что человеческое мясо невкусное, но этот слух распространяют только из-за табу, которое нельзя переступать. Если бы люди узнали правду, я уверен, что все мужчины начали бы есть женщин. С наступлением 21 века широкая публикация творчества японского убийцы-каннибала была прекращена. Работодатели больше не хотели и не могли сотрудничать с преступником из-за этики нового времени. Оставшись без работы и не имея возможности переиздавать свои книги, эссе Сагава отчаянно пытался устроиться на должность учителя в школу французского языка. Специалист по подбору персонала был восхищен его смелостью представиться настоящим именем,
но все же отказал в найме из-за репутационных рисков. С этого момента Иссей Сагава жил на скромное государственное пособие и остатки гонораров. Умершие в 2005 году родители ничего не оставили ему в наследство, завещав бизнес и все сбережения второму ребенку. Более того, Иссею было запрещено присутствовать на их похоронах. Собственной семьи и детей у него никогда не было. В течение последних 20 лет своей жизни Иссей Сагава был изолирован от общества, которое резко критиковало каждое его действие и появление на публике. В 2011 году он дал последнее большое интервью американскому изданию Vice, в котором рассказал, что за все это время мысли о человеческой плоти так и не покинули его разум. Эта жажда человеческого мяса становится чрезвычайно сильной примерно в июне, когда женщины начинают носить более открытую одежду и обнажают кожу. Буквально сегодня я увидел девушку с очень красивыми бедрами, идущую на вокзал. Когда я вижу что-то такое, я думаю о том, что хочу снова кого-нибудь съесть, прежде чем умру. Так что да, я все еще питаю это желание, и на этот раз мне особенно хочется съесть японку. Я думаю, что сукияки или сябу-сябу – это лучший способ по-настоящему насладиться натуральным вкусом мяса. Я хочу сказать, что не могу вынести мысли о том, чтобы уйти из этой жизни, не попробовав ни тех ягодиц девушки, которую я видел сегодня утром, ни ее бедер. Я хочу съесть их снова, пока я жив, чтобы, по крайней мере, быть сытым, когда умру. Можете ли вы назвать людей, которые были бы охотно съедены мной? Но есть одно условие. Это должны быть молодые, красивые девушки. Кроме того, я бы хотел пригласить к себе женщину, которая хочет меня убить. Исключительно красивую женщину. Для меня это был бы идеальный способ умереть. Может быть, она сможет вколоть мне морфий, чтобы я не чувствовал боли. Хотя я думаю, что боль – это часть удовольствия. Умирать мгновенно скучно, поэтому я хочу насладиться процессом. Альтернативой было бы утонуть в женской слюне. Разве не было бы чудесно полностью погрузиться в женскую слюну? Если бы я мог умереть, утонув в слюне, моя заветная мечта исполнилась бы. Я трусливый человек, который убил другого человека, так что, думаю, смерть от руки женщины была бы моим путем к искуплению. Вскоре после этого интервью Иссей Сагава пережил инфаркт головного мозга и из-за повреждений нервной системы навсегда остался инвалидом. Он умер в 2022 году в возрасте 73 лет. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему безнаказанный преступник пользовался столь большой популярностью на своей родине? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.